Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство iPhone 16. И сейчас я покажу вам, что интересного есть в камере данного устройства. Итак, ну, во-первых, это кнопочка, с помощью которой мы теперь можем открывать камеру. Далее мы также можем с помощью нее увеличивать, в общем, настраивать масштаб, также настраивать в пространственном режиме какие-то, по-моему, глубину можем выбирать, увеличение, да, глубина, что-то еще, экспозиция. Дальше. У нас здесь есть несколько режимов. В принципе, они стандартные. Есть также пространственная, вот как раз панорама. Что еще? У нас здесь есть настройка тона и цвета, то есть мы здесь можем настроить тон и цвет. Далее мы можем перейти в настройки, выбрать здесь камеру. И здесь мы можем настроить фотографические стили. Для этого нужно выбрать фото, 4 штуки. Нажимаем «Продолжить». И здесь мы уже можем настроить стили. И также здесь немножечко отрегулировать. Далее можем настроить управление камерой. Вот здесь можем включить очистку предпросмотра, можем запустить камеру однократным либо двойным нажатием, и также можем выбрать вообще в принципе функцию для селектора. Также здесь мы можем настроить разрешение, можем вот как раз таки настроить звукозапись, выбрать пространственное аудио, либо стерео, либо моно. Я рекомендую пространственное. Также можем включить воспроизведение аудио и снижение шума ветра. Далее можем, конечно, включить сетку и уровень, можем включить сканирование QR-кодов. Также у нас здесь есть режим автомакро, можно включить, и коррекцию объектива. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.